Доброе утро. Вы смотрите новости на 12-м канале. В студии Елена Бабкова и главное в выпуске. Ничего святого. После реставрации Спасского собора в Таре не досчитались миллиона рублей. Разбудит весь дом и сообщит спасателям. Пожарными сигнализациями оснастят дома многодетных семей. Магия цифр и тюбетеек против силы кричалок. Наш фанатский дух един! Наш фанатский дух един! Слава Гас! Ястребов подстрелили, но не убили. Впереди новый матч о традициях и суевериях из Уфы. Согрешили на миллион. Следователи подозревают еще одного подрядчика в хищении бюджетных денег при реставрации храма. Речь идет о Спасском соборе в Таре. Храм возведен в конце 18 века. Это объект культурного наследия федерального значения. Поэтому деньги на ремонт, 75,5 миллионов рублей, выделили из бюджета страны. В отчетах сказано, что работы выполнены в полном объеме, однако надзорные органы обнаружили серьезные недочеты из-за некачественных материалов. Сумма ущерба оценивается в 1 200 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Строителям грозит тюрьма на срок до 10 лет, а также штраф. Это уже не первый скандал, связанный с реставрацией церквей. На прошлой неделе стало известно о махинациях при ремонте Свято-Никольского казачьего собора в Омске. Полицейские уверены, что подрядчик присвоил 7 миллионов рублей. Ревет как мотоцикл, почует даже легкий дымок, например, от пригоревшей пищи. В Омске ускорили работу по установке пожарных извещателей в домах и квартирах, где живут многодетные семьи. Напомню, эти мероприятия проводятся в рамках губернаторской программы помощи многодетным. Всего планируется установить свыше 1000 приборов, которые в случае ЧП спасут жизнь. Среагируют на дым, громко известят об этом, да еще и отправят тревожный сигнал спасателям. Никита Смирнов с подробностями. Проветривается и обратно устанавливается. Сигнал тревоги дымового датчика 95 дБ. По громкости он близок к рёву двигателя мотоцикла, без глушителя или движению поезда на стыке рельсов. Спасатели уверяют, прервет и самый глубокий сон. У Алмагуля Дырбаева 5 детей. Извещатели в многодетных семьях устанавливаются в первую очередь и бесплатно. Да, вот боишься, да, вот такие пожары, трагедии. Думаешь, когда дети еще умирают, думаешь, господи. Конечно, хорошо, что нам установили. Думаю, даже соседи, мне кажется, услышат. Мы же уходим. И детям они вот говорим, дети, смотрите, не забудьте свет, там газ, там утюг не забудьте. Ну, конечно, телефон сейчас хорошо, есть телефоны. Специалисты монтируют разную противопожарную технику. Это как обычные дымовые датчики, так и снабженные GSM-модулями. Такой извещатель в случае тревоги отправит сообщение хозяевам дома, а также в службу спасения. В музее главного управления МЧС представлены извещатели из разных эпох. Вот такие, например, стояли в учреждениях и организациях конца прошлого века. А вот эти устанавливают в квартиры частные дома сегодня. Как нам говорит статистика, только за прошлый год на территории региона из огня благодаря дымовым извещателям спаслись 10 семей. В частном доме на Барнаульской сигнализации не было. На прошлой неделе здесь случился пожар. Пламя вспыхнуло ночью. Трое взрослых и двухлетний ребенок задохнулись во сне. В феврале на улице Береговая в огне погиб 6-летний мальчик. Его дед затопил печь, искра попала на вещи. Ребенок в испуге спрятался в дальней комнате. Спасти успели только пенсионера. В это же время полыхал дом на 10-летии. Люди успели выбежать на улицу, но постройка выгорела полностью. Шанс предотвратить все эти трагедии был. Сейчас специалисты усиливают работу. В ближайшие месяцы специальное оборудование, предупреждающее об опасности, установит в 1000 частных домов и квартир города. Никита Смирнов, Павел Манжос, 12 канал. На антарктической станции, в пещере, на борту корабля и самолета, и даже в космосе в этом году «Тотальный диктант» вновь напишут на самых необычных площадках. Регистрация на участие в акции открывается уже сегодня на сайте проекта. В Омске проверочные тексты напишут в университетах, школах, библиотеках, торговых центрах и даже в пиццерии. Выбрать можно одну из 63 площадок. Диктанта мечам прочитают известные политики, журналисты, актеры и телеведущие. Проверят знания участников на отрывках из произведений по
Павла Басинского. Это будут необычные тексты, 4 детективных расследования известных хрестоматийных сюжетов русской литературы. Как рассказал автор в эксклюзивном интервью 12 каналу, чтобы получить хорошую оценку, омичам стоит повторить правила расстановки запятых, двоеточий и тире. Напомню, что тотальный диктант пройдет 13 апреля. Ожидается, что в акции примут участие как минимум 200 тысяч человек. Омичи – одни из самых удачливых сибиряков. Распространители лотерей составили рейтинг. Наш регион среди везунчиков по выигрышам. Омская область на 5-м месте, Новосибирск на 1-м. За последние 5 лет выгоду сибирякам принесли 14 миллионов билетов. Общая сумма призовых превысила 2 миллиарда рублей. А 125 человек за это время стали миллионерами благодаря лотерее. И о спорте. Омский «Авангард» уступил Салавату Юлаеву в 3-м матче со счетом 5-1. Уфимцы обыграли ястребов, однако красно-бело-черные пока сохраняют лидерство в серии. Поддерживать в команду в Уфу приехали сотни омских болельщиков. Ради этого фанаты преодолели 1000 километров на автобусах. На арене развернулась настоящая битва с поклонниками Салавата Юлаева в умении поддерживать кумиров. Анна Кокорина о накале страстей на льду и трибунах. Не просто перекличку, настоящий бой на голосовых связках устроили фанаты на трибунах Уфа-арены. И несмотря на явное численное преимущество, зеленое море башкирских болельщиков не раз обдавало омской волной. Своим суеверием следовали и башкиры. Удачу привлекали головными уборами. Конкуренцию фирменным кепкам составляли расшитые тюбетейки и национальные меховые шапки. По-особенному и кричали не хором, а секторами. Второй с шестым, третий с девятым. Магия цифр здесь тоже не последнее дело. Болельщики – это те самые люди, которые с началом плей-офф перестают бриться, заходят на стадион с нужной ноги и обязательно покупают особое место в особом секторе. Ну а если билетов нет, предпочитают остаться дома, чтобы не нарушить традицию. Не могла не присоединиться к традициям и я, если вы заметили, то именно в этой толстовке я была на первой игре плей-офф в Балашихе, в ней же была в основе и очень надеюсь, что она же принесет удачу нашей команде в серии с Салаватом Юлаевым. Но в этот вечер везло уфимцам. В сильный отрыв хозяева ушли уже в первом периоде, отправив в ворота омичей 3 безответные шайбы. Нам все говорили, что мы уже в отпуск собрались, мы просто хотели показать, что нет, мы очень куда-нибудь собираемся. Это более скоростной хоккей и более силовой сейчас идет. Мы пытаемся играть жестче, они пытаются играть жестко против нас. Во втором периоде ястребы попытались реабилитироваться. Болельщики увидели скорость и эффектную атаку. И как следствие гол в исполнении Дениса Зернова. На больше «Авангард», увы, не хватило. Игру в третьем периоде сломали удаление. Ну, это плей-офф, тем более они играют дома. Я думаю, они получили эмоциональный такой подъем от своих трибун. И поэтому неплохо играли сегодня. В серии счет 2-1. Впереди четвертая игра. На кураже уфимцы забили еще 2 шайбы. Итоговый счет встречи 5-1. Это еще одно подтверждение. Финал Востока ярче игр на Западе. 100%, как всегда, Восток интереснее, ярче, совсем другая поддержка. Баннеры, плакаты, молодцы, подготовились. На улице тоже перед матчем было очень приятно увидеть людей. И мне сегодня тоже несколько сообщений прислали болельщики, которые пишут: «Я приехал из Омска. Где с вами сфотографироваться? Это здорово, это классно». Отдав победу уфимцам, войну ястребы не проиграли. Впереди новое сражение, в котором болельщики, как и команда, выложатся на 100%. «Авангард! Авангард! Авангард!» Анна Кокорина, Дмитрий Храмцов, 12 канал. А я добавлю, что следующая игра между «Авангардом» и Салаватом Юлаевым пройдет уже завтра. Причем эту встречу омские болельщики могут посмотреть в фан-зоне на «Красной звезде». Там же, где этим летом переживали за исход матчей чемпионата мира по футболу. Для этого на поле вновь установят огромный экран. Вход бесплатный, но приходить лучше заранее. Стадион может вместить 1200 человек. Кроме того, омский хоккейный клуб подготовил развлекательную программу. Она начнется 4 апреля в 19:30.
Журналистам показали, как использовать нунчаки и шест-бой из бамбука. Первая омская школа кабудо приоткрыла тайны японского искусства побеждать. Оно сочетает в себе владение техникой боя и холодным оружием. В нашем регионе этот вид спорта только начинает набирать популярность, но успехи уже есть. Ольга Колесник подробнее. Команды в этом зале звучат исключительно на японском. Воспитанники школы кабудо иностранных курсов не проходили. Понимать тренера помогает язык спорта. Тренировки проходят каждый день. Понедельник, среда, пятница на одной базе. Вторник, четверг, суббота приезжают сюда. Мы тут делаем общую физическую подготовку, прокачиваем, так сказать, нашу физуху и наши ударные навыки. Поэтому команда готова на все 100%. Тимур Никифоров в составе сборной. Он победитель первенства Сибири. Теперь готовится выступать на чемпионате России. Соревноваться будет в двух направлениях – ката и поединки с нунчаками. Говорит, его преимущество в скорости и выносливости. Настрой у нас увести медали практически всем, потому что мы готовились очень долго. Очень старательно. Федерация стилевого карате кабудо относительно молодая, но за последние 3 года успела заявить о себе. За все это время омская команда ни разу не возвращалась без призовых мест с первенств, чемпионатов и кубков России. Интерес к японскому виду единоборств растет. Привлекает эффективностью. Бой здесь контактный, но в то же время с минимальной травмоопасностью. Спортсмены хорошо защищены. Экипировку для бойцов и оборудование для зала федерация приобрела за счет президентского гранта почти в 500 000 рублей. Вид спорта такой, что как бы он новый и требует расширения и баз спортивных. Да, поэтому нам, безусловно, были очень рады, когда мы выиграли грант президентский. Хоть, конечно, все это и сложно, и по документам, и отчетности все эти, да, как бы, но оно того стоило. Мы приобрели татами. На 4-5 филиалов мы закрыли по татами. Приобрели груши, боксерские мешки, приобрели снаряды спортивные. То есть, очень помог вам грант. Сейчас основная команда уже в Подмосковье. В субботу здесь начнется чемпионат. И можно быть уверенными в том, что среди победителей будут амичи. Ольга Колесник, Сергей Гаев, 12 канал. Впереди еще прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Реклама будет короткой. Выставка-ярмарка «Дары Камчатки» в Омске. Приобретайте чевычу, кижу, чнерку и другие рыбные деликатесы с 4 по 20 апреля в СКК имени Блинова на улице Декабристов, 91. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Усадьба-сервис». Выставка-продажа теплиц в Омске. Парковка «УКИТ интерьера» и «Континента». Телефон 50 50 23. Сегодня, 3 апреля, по области и в Омске без осадков. В районах днем до 10 градусов со знаком «плюс». В Омске потеплеет до +5, ветер восточный 6 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Овощи с прилавка? Это не годится! Выращивай и ешь со своей теплицы! Выставка-продажа теплицы в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. В апреле при покупке теплицы парник в подарок. Площадь УКИТ интерьера и континента. Телефон 50 50 23. На этом пока все новости. Далее на 12 канале программа «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Увидимся в 14 часов.